Приветствую вас. Давайте мы разберем ваш вопрос. Собственно, даже не вопрос, а текст, который вы написали. Вот. Вы знаете, я его прочитал. Я пока не знаю, буду ли я его перечитывать еще. Вот. Но вот по моим впечатлениям, вы делаете несколько ключевых таких деструктивных моментов, создаете несколько ключевых деструктивных моментов, которые, в общем-то, портят ваши, ну, портят отношения именно вот с вашей стороны. Первое — это то, что, очевидно, вы накапливаете злость, накапливаете негатив, вы не умеете его выражать. Вот. Значит, второе, это то, что, то, как вы обращаетесь со своими чувствами, которые у вас возникают в разных ситуациях, тоже вызывает вопросы, вот. Потому что, как мне кажется, вы чувствуете что-то одно, а говорите, ну, вот, совсем, ну, если не совсем, прям совсем, но другое у вас получается сказать. Вот. Третий момент. Это то, что у меня действительно родилось такое ощущение, что у вас к ней привязанность. Почему? Почему? Потому что вас злит все то, что она делает. То есть вот это, то, что вас злит, очень сильно указывает на привязанность. Вот. И, на мой взгляд, совершенно очевидно, что у вас есть проблемы с личными границами, вот, есть некие трудности с личным пространством, да, вот, с тем, чтобы, ну, как-то очертить его, защитить его. Вероятно, опять же, вы просто не знаете, как это сделать. Мне видится также сложность еще в том, что не совсем понятно, что у вас с девушкой связывает. Ну, то есть, что-то вроде бы связывает, да, что-то. А вот что именно, не совсем, не совсем понятно. И в этом смысле, на мой взгляд, тут тоже желательно определиться вам, да, то есть вот, у девушки действительно есть свои особенности, вот, действительно есть свои нюансы, вот. Ну,
она не должна, на мой взгляд, соответствовать вашим ожиданиям. Вот. Как вы ее. Тут больше вот, момент именно в том, чтобы значит, перестать перекладывать ответственность на нее, да, за то, вот, как ощущаете, да, как чувствуете себя вы. Вот мне думается, что вот этот момент очень важен, потому что когда вы говорите, что это вот из-за тебя, что это из-за тебя, что значит, ну, из-за ее вот каких-то проявлений у вас возникают конфликты, вот, на мой взгляд, ну, вы делаете ваши отношения лучше, таким образом, вот. Тут только лишь еще больше их портите, вот. Поэтому тут еще вот такой довольно важный момент есть, который заключается в том, чтобы вы постарались увидеть, что вы делаете для того, чтобы конфликты, которые у вас есть, да, чтобы они, эти конфликты стали возможными. Вот. Чтобы вы постарались увидеть сами, что вы для этого делаете. Вот. Не девушка, да, что вы сейчас говорите, что вот все из-за нее, да, и так далее. А именно, вот, что для этого делаете вы. Вот. Да, вам нужно вот, с этими аспектами, всеми определиться, вот, вам необходимо это сделать. По итогу, да, вы сможете понять, значит, ну, если у вас будущее, да, то есть вот, ну, как-то, хотите ли вы там двигаться дальше куда-то в отношениях. Вот. Ну вот, пожалуй, вот, так я бы мог вам сейчас ответить. Вот. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго.